Я даже не знаю, что там происходит. Вижу только, что цены поднялись. Конечно, это не радует. То есть будем питаться более скромной едой. Одежда еще пока есть, будем донашивать. Надеюсь, то, что это в ближайшее время проблема должна разрешиться. Абсолютно полная изоляция от всего мира. Это экономика, которая практически ничего самого, ну, своего не производит, зависящая от импорта, да? Ну, это просто ощутиться. Может быть, люфта хватит на год, на полтора максимум. А там уже начнется, то есть сыпаться все как карточный домик. Вот, поэтому очень печально, и очень печально понимать о том, что, блин, и уехать-то некуда. И дети здесь. Ну, я считаю, что скажется только отрицательно. И, конечно же, не готов. Ну, придется смириться как-то с этим, жить дальше. Придется больше работать, меньше ходить в рестораны, меньше кушать вкусной еды и все остальное. Ну, вот так я считаю. Да нормально будет все. Какие-то трудности будут. Ну, это все переживем. 90-е пережили, 41-й, 45-й. Ну, я не участвовал, но пережили же. Главное, что, чтобы наше правительство, что нам обещает сейчас, чтобы выплачивались пенсии, пособия, это вот все. Чтобы это все выплачивалось.